На телеканале АТВ-2 новости общественного телевидения Наукограда. Студент Антон Далимко. Евгений Андреев, здравствуйте. Вначале коротко о главных темах выпуска. Дали несколько лет. Осталось потерпеть 2 месяца. Строители приступили к работам на 2 улицах Бийска. Энцефалит опасен. 20 жителей края под подозрением. У 2 бичан диагноз подтвержден. Слезы под звон колокольчика. 12 тысяч 11-классников Алтайского края закончили учебу. С этой темы начинаем выпуск. В большинстве школ Алтайского края сегодня прошли торжественные линейки, а в Бийской кадетской школе это мероприятие проходит по-особенному. Кульминацией здесь становится не звон колокольчика, а прощание с символом учебного заведения знаменем. Эти девушки, молодые люди, в отличие от обычных школьников, всегда в форме. В кадетской. Сегодня свой последний школьный день они прощаются со знаменем школы. Знамя – это символ доблести в любом воинском подразделении. Бийская кадетская школа не исключение. У нас 21 человек заканчивает в этом году школу, и почти 50% идут по профилю, то есть и в военный институт, и в институт МЧС. Они были вместе 11 лет бок о бок. Теперь каждому из них предстоит идти по своей дороге. Я желаю вам не забывать святое братство кадетское. Помогать друг другу, помнить друг друга, быть достойны вот той чести, которую вы с достоинством пронесли через эти годы школьные, кадетские. И вот волнительный момент – прощание со знаменем. Сегодня в кадетской школе учатся 700 человек. В первый класс воспитанников зачисляют по строгому конкурсу. Сейчас на рассмотрение у директора уже 160 заявлений от желающих стать кадетами. А принять он сможет только 2 класса. Этим ребятам повезло. Они не только смогли пройти строжайший отбор, но и выдержали этот путь до конца. Ну, очень грустно расставаться со школой. Очень трогательный, переживательный момент. Родителей, отдающих своих детей в кадетскую школу, в первую очередь привлекает опрятный внешний вид и строгое воспитание. Сегодня папы и мамы переживают волнительный момент вместе со своими детьми. Сильно переживаю. Дочка заканчивает школу. Как не плакать? Все, уже уходит из школы. Больше она сама переживает, что форму больше не оденет. Впереди у этих ребят выпускные экзамены и нелегкий выбор дальнейшего жизненного пути на страже нашей Родины. Татьяна Звягинцева, Ирина Попова, Сергей Кузнецов. Новости ОТН. 49,5 миллионов рублей. В такую стоимость обойдется устройство ливневой канализации, ремонт дорог на улицах Стахановской и Машиностроителей. На последней уже работает спецтехника. Подробности расскажет Ирина Попова с места событий. Эти знаки «Въезд запрещен» и «Дорожные работы» появились на улице Машиностроителей в районе 22-го дома неделю назад. 19 числа дорожники приступили к ремонту асфальтового покрытия. Сейчас мы можем видеть, как экскаватор снимает верхний асфальтовый слой. С помощью ковша его приподнимают и разламывают на мелкие кусочки. С какого времени вы начали сегодня работать? С 8 утра. Сколько уже вскрыли асфальта? Да где-то 700 метров. А сколько всего надо сегодня сделать? Ну, 250 метров планируем за сегодняшний день. Тяжело это? Да не легко. По-разному бывает. Бывает легко, бывает тяжелый асфальт. Вот про ливневую канализацию. В прошлом году уже были начаты работы. Что было сделано и что предстоит в этом году? В прошлом году было выполнено более 70% укладки ливневой канализации от общего объема. В этом году доделываем за магазином «Олимпиец». И остается небольшой отрезок ливневой канализации на стороне «Ривьеры». А в метрах? В метрах это около 500 метров осталось. Чуть больше 500 метров. Ну, то есть на «Зеленом клине» всегда была, да, проблема с ливневой канализацией? Всегда топило, вот когда снег сходил? Да, проблемы с отводом сточных вод, проблемы с отводом дождевых вод, они присутствовали всегда. С
Строительным проектом предусмотрена не только укладка новой проезжей части, здесь также появятся новые тротуары и по обе стороны будут новые газоны. После того, как работы на улице Машиностроителей будут завершены, в конце июня строительная техника переедет сюда, на улицу Стахановская. И тогда проблемы жителей этой улицы Стахановской, связанные с лужами и постоянными ямами на дорогах, будут решены. Дорога все-таки появится здесь этим летом. Ирина Попова, Сергей Доровских, новости ОТН. Вокруг крупных городов Алтайского края увеличат площадь зеленых зон. Этот указ губернатора Александра Карлина. Размер их будет рассчитываться с учетом количества населения и плотности лесонасаждений. Например, в Барнауле зеленая зона вырастет практически вдвое. Она составит 96 тысяч гектаров. Примерно такое же увеличение произойдет в Заринске, Камне-на-Оби, Рубцовске, Новоалтайске, в Бийске. Зеленый пояс шириной от 10 до 40 километров протянется от Акутихи Быстроистокского района до села Усяцкое Бийского района. На совещании в городской мэрии обсуждался вопрос о предварительных границах зоны. Как прозвучало на встрече, пересмотра границ самих муниципальных образований не будет. Повысится только рекреационная значимость этих территорий. Данное намерение, оно предусматривает создание проекта и особого режима пользования. Вот особый режим пользования, он особенно важен сегодня для наших хозяйствующих, конечно, субъектов, арендаторов лесных участков, коллеги. То, что здесь, в этой части предусматривается щадящий режим пользования и минимальный объем заготовок. В зеленых зонах можно проводить только санитарную рубку деревьев. В них не должно быть свалок, песчаных карьеров. Будут пересмотрены и охотничьи фонды. Работа займет несколько месяцев. Она начнется с составления проекта документа и завершится внесением изменений в ведомственные программы. Двое бичан уже больны клещевым энцефалитом, 20 – боррелиозом и клещевым сыпным тифом. В этом году опасные насекомые активны как никогда. Сегодня только за 2 часа работы в иммунологическую лабораторию ЦГБ обратились 6 бичан. Что нужно делать, если вы сняли себе клеща и как его правильно доставить на обследование, расскажет Ирина Дубицкая. Мы исследуем клеща на клещевой энцефалит, только на клещевой энцефалит. Надо прерваться. Вся последовательность действия иммуноферментного анализа рассчитана по секундам. Достоверность метода 99%. Это очень высокий результат. Исследования проводятся на импортном и отечественном оборудовании. Клещей в работу берут только живых и неповрежденных. Это и есть главное условие. По словам заведующей лаборатории Анастасии Ищенко, сегодня из 6 обратившихся только 3 принесли клещей, которых можно проверить на зараженность энцефалитом. Как это ни удивительно, но сначала насекомое замораживают при температуре минус 20 градусов. Потом его тщательно толкут, и только тогда можно его исследовать. Но с начала сезона к нам поступило примерно около 140 клещей, и большая часть несут с пригорода, с дач, но также несут из города по городу. В иммунологической лаборатории исследуют не только насекомых, но и кровь человека. Ее проверяют на зараженность клещевым энцефалитом и боррелиозом. Совсем недавно самый страшный диагноз – клещевой энцефалит – подтвердился у 2 бичан. Если вас укусило насекомое, вы не смогли его доставить в лабораторию, а вакцину в этом году не ставили, можно не торопиться с введением иммуноглобулина, а сначала сдать свою кровь на проверку напряженности иммунитета против заболевания энцефалитом. Если же у него антитела в крови есть в достаточном титре, все прекрасно, ему волноваться нечего в этом сезоне. Клещей можно снимать с себя и сжигать желательно. Почему? Потому что клещ передает еще очень много других заболеваний. Наиболее часто насекомые передают клещевой сыпной тиф и боррелиоз. В инфекционном отделении ЦГБ с начала сезона с такими диагнозами уже пролечились 20 человек. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, новости ОТН. Сегодня праздник у писательского сообщества Наукограда. Исполнилось 10 лет со дня выхода в свет 1-го номера литературного сборника «Огни над Бией». Идея создать журнал, где могли бы публиковаться бийские поэты и прозаики, принадлежит Людмиле Козловой, члену Союза писателей России. Дело в том, что в начале 2000-х годов литераторы города открыли проект, который назывался «Книжная серия Блиц». Они помогали молодым авторам издавать небольшие книжки. Затем пришли к выводу, что Бийску необходимо издание, которое бы объединяло всех талантливых писателей. И сегодня они презентовали новый номер журнала.
У нас в основном три направления. Это проза. Мы ищем талантливых прозаиков, поэзия и публицистика. Вот. Мы внимательно относимся ко всем, кто к нам приходит. Публикуем и начинающих, и уже мастеров. Бийский музыкальный колледж приглашает в воскресенье на особенный концерт. Однако в этот раз на сцену выйдут не приезжие звезды оперы или известные классические исполнители, регулярные гастроли которых здесь проходят. Музыкальным талантом будут удивлять маленькие бийчане. Это будет концерт воспитанников детской музыкальной школы, которая работает при колледже. Постоянные участники различных фестивалей, краевых и всероссийских конкурсов регулярно занимают призовые места. В программе концерта будут не только выпускники этого года, но и те дети, которые только начали обучаться музыке. Сольные номера и ансамбли, яркие выступления оркестра и большого хора. Вы увидите, насколько талантливы бийские дети. Концерт намечен на 25 мая, это воскресенье, на 12 часов. Самые лучшие номера, самые талантливые, творческие дети, которые участвовали в конкурсах международных, всероссийских, открытых региональных, краевых, зональных. И все они будут выступать на этом концерте. И, естественно, это будет интересно послушать не только мамам, папам, бабушкам, дедушкам, сестрам, братьям, а также тем детям, которые только хотят начать заниматься музыкой. Потому что наверняка родителям хочется посмотреть учебное заведение, с ним познакомиться и выбрать лучшее учебное заведение для своего чада. Так вот, мы приглашаем вас к нам, чтобы вы могли познакомиться, оценить, посмотреть. В этот же день, но уже вечером, еще одно музыкальное мероприятие. Теперь для любителей рока. Это финал фестиваля для начинающих музыкантов «Проявление». Он проходит в Бийске во второй раз. В этом году проект «Проявление» стал открытым и объединил два региона – Бийск и Горно-Алтайск. Из 8 команд, участвующих в отборочном туре, в финал вышли 5 – «Восьмое небо», «Райнраус», «Калиостро», «Мертвый город» и «Мор». Именно в воскресенье каждая из групп исполнит по несколько композиций. Это будут и авторские песни, и кавер-версии. Жюри оценит не только качество исполнения, но и сами постановки. Каждая группа готовит собственное шоу. Не пропустите. Финал фестиваля «Проявление» пройдет в клубе «Офис» 25 мая в 17 часов. А мы продолжаем выпуск. Жители Алтайского края на выходных могут полюбоваться уникальным космическим явлением. В ближайшие 3 дня пройдет самый мощный в этом году метеорный дождь. За час можно будет увидеть до 200 падающих звезд. Ученые объясняют, Земля вступила в хвост кометы. А романтики советуют, не забудьте загадать желание. А сейчас у нас традиционный звонок из села. Сегодня беседуем с Лидией Терехиной, жительницей Первомайского. Но звонит она нам из Барнаула. Почему, сейчас узнаем вместе с вами. Лидия, добрый вечер. Здравствуйте. Рассказывайте, что интересного у вас? Сегодня у нас в Первомайской школе прошла традиционная линейка, посвященная последнему звонку, в которой приняли участие все учителя, конечно, виновники торжества, выпускники, их родители. Прозвенел последний звонок, который открыл новую страницу в жизни выпускников. После торжественной линейки выпускники традиционно фотографировались, выпускали воздушные шары. Сейчас мы находимся в городе Барнауле в парке «Солнечный ветер», где для выпускников организована развлекательная программа. Во всем этом, конечно же, помогли и организовали родители. Дети развлекаются. В общем-то, сегодняшний день идет успешно. Ну что ж, наши поздравления всем выпускникам, а вам спасибо за звонок. До свидания. До свидания. Если у вас тоже есть новости и вы хотите поделиться ими с нашими зрителями, звоните. Телефон 3308-95. Мы очень рады каждому. А на этом у нас все. Впереди по традиции погода от народа. А мы с вами прощаемся. Ну и забывайте, ждем вас ежедневно в нашей студии. Смотрите нас также на специальном канале в YouTube. Приятных вам выходных, всего доброго и до встречи в понедельник.